Добро пожаловать в виртуальную реальность. Я ваша помощница и помогу освоиться с управлением. Расскажу, что нас ждет. Чтобы управлять поворотами тела, необходимо двигать головой. Вам доступны два пути. Слева вы найдете документальный отдел, где узнаете более подробную информацию о традиционном способе ловли рыбы якутского народа кулью. Право вы направитесь на ловлю рыбы традиционным способом кулью и на своем опыте пройдете весь процесс. Чтобы попасть на указанные точки, используйте перемещение. Для этого зажмите кнопку «Телепорт» и укажите на то место, куда хотите переместиться. Затем отпустите кнопку «Телепорт». Мы сейчас находимся у стенда, где подробно изложено про традиционный способ ловли рыбы народа Саха Куюр. История происхождения традиционного способа ловли рыбы Куюр очень познавательна. Пожалуйста, укажите и выберите любое фото для ознакомления. Или же вы можете пролистать и прочитать документацию. Мы сейчас находимся у Куюра. Нажмите кнопку «Начать», чтобы переместиться на место ловли и на собственном опыте пройти весь процесс ловли рыбы традиционным способом Куюр. Приветствую! Я твой помощник по ловле рыбы Куюром. Я объясню, как ловить рыбу данным способом. Все инструменты готовы. Они рядом с тобой. Итак, начнем. В первую очередь необходимо убрать снег. Возьми лопату. Возьмись второй рукой и убирай снег. Молодец! Хорошо сработано. Теперь надо разбить лед. Для этого нужна вишня. Возьми вишню, она рядом с тобой. А теперь разбей лед. Отлично! Теперь нужно убрать оставшийся лед. Возьмите решето для черпания льда. Собери оставшийся лед в указанном месте. Отлично! Теперь можно ставить куюр. Возьми куюр. Хорошо, теперь нужно покрутить куюр и начинать ловлю. Старайся держать руку в зеленой сфере и двигать рукой вместе с ней. Отлично, теперь вытаскиваем куюр. Посмотрим, сколько рыб ты смог поймать. Для этого нужно поднести куюр в указанное место. What?